шоу на воде. Будет больше участников. Итак, Арсений Матанцев. Он, кстати, является также тренером Сергея Чемизова. Ну и тренируется он уже 8 лет. Он очень спортивный. У нас считается в стране самым сильным. Он делает достаточно серьезные связки, которые у нас в стране никто больше кроме него не делает. Вот Арсений ушел, чтобы вода успокоилась, более-менее вернулась. И теперь начнем. Вот заходит, делает себе волну, таким полукругом. Два, три, четыре, это бэкфлипы. Пять, шесть, семь, восемь, это флэт. Семь бэкфлипов и флэт 360. Опять же повторяю, что эти связки про меня никто у нас не делает. Когда бэк-твист и бэк-флип. Второй бэк-флип. Флэт 360 в одной связке. Это очень круто. Это связки мирового уровня. Такие связки делают на чемпионатах мира. Итак, с местом 360. Четыре бэкфлипа и три флэт 360 в одной связке. Ну, чем еще порадует нас? Итак, Арсений делает себе волну опять. Флэт 360, просто высокий амплитудный. Итак, 360, о, флэт 360 и бэкфлип. Ну, в конце не удержался. Очень тяжело после таких вращений приземлиться чисто и уйти опять в другой элемент. А это все-таки вода не озвучит. Конечно, здесь мягче падать, но баланс тяжелее. Вот с одной рукой бэкфлип чисто. Итак, все. На этом официальная часть фристайла подошла к концу. Теперь спортсмены покатаются, вам покажут просто свои элементы. Вот Арсений также делает. Третий бэкфлип. Ну что ж, еще раз поддержите его, дорогие друзья, Арсений Матанцев! Ну это все тебе, Арсений, все, аплодисменты специально для тебя! Вау!